Асад готовится применить химоружие в Идлибе, США. Правительственные войска Сирии планируют применить в Идлибе химическое оружие, и тому есть множество доказательств, заявил спецпредставитель госсекретаря США по Сирии. Существует множество доказательств того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать в провинции Идлиб химическое оружие. Об этом заявил новый спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает агентство Reuters. Чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь. «Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения», — отметил Джеффри. Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как необдуманную эскалацию. По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию. Он напомнил, что судьба Идлиба будет решаться 7 сентября на встрече сторонников Асада, России и Ирана, а также союзника повстанцев, Турции. «Мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками», заявил спецпредставитель по Сирии. Ранее посол России в США Анатолий Антонов в ходе встречи со спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри и замгоссекретаря по Ближнему Востоку Дэвидом Саттерфилдом рассказал о готовящихся провокациях боевиков в Сирии. Источник. Русская служба DW. Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team-correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.